Всем доброе утро. Опять мой второй завтрак, но я в этот раз решила оставить долечками, а не делать кашицу. И вы знаете, так намного вкуснее. А еще и помидоры, это вообще сказка. Единственное, что, конечно, хлебушка у меня мало. Тот, что был, уже не пойду вниз. Да, сейчас уже поубирала. Который час? Ну, 11:30. Поубирала квартиру. Вон стирка моя стоит, сейчас буду развешивать. И пойду еще на одну ярмарку для работы. Всем привет! Так тепло на улице. Я сейчас чувствую, даже кофту буду снимать. На градуснике показывают 22-23 градуса. Но дело в том, что дома холодно. Вот реально я хожу в теплой кофте. И я сейчас вышла. Ай, такая красотища. Сегодня, я уже говорила, по-моему, вам, иду еще на одну ярмарку такую, да, где раздают работу. Я могла пойти на трамвай туда, там ближе. Но дело в том, что у меня CV закончились, ой. И я иду распечатывать там, где я всегда распечатываю у этого мужчины. Поэтому пойду на ту остановку. Так, у нас до сих пор роют, и всю дорогу перекрыли. Сейчас буду как-то обходить. Не знаю, что это там, роют они. Видите? Мужчина, ну он, видимо, меня знает. Увидел, что я стою, жду. Не могу понять, ну мне далеко просто обходить. Он говорит, так стоять. Показывает этому, стой. Сейчас она пройдет. Подождал, короче, я прошла. Иду сейчас, боже. Не, ну на голове, знаете, ну не знаю. Вот я не могу привыкнуть, когда у меня вытянуты. Мне как-то необычно. Я вот люблю. Ну вы скажите, может мне и правда с вытянутыми лучше. Просто я не могу привыкнуть. Я приехала в Мимар Синан Конгре Меркези. Да, вы знаете, очень быстро, я в шоке. Пару остановок только на трамвае. Пиль Фабрикасы была остановка. Вот на ней я вышла. Супер, даже ближе, чем Джам Пирамид. Там, где вот была раньше выставка. Посмотрим, что здесь. Да ладно, супчик наливаю, представляете? Вы знаете, мне кажется, что здесь студенты поступают в институт, вот честно. Потому что пока что я вижу только детей. Нет, я старше. То есть, ну посмотрим, не знаю, первый раз. Мне кажется, он вообще первый раз. Потому что я зашла вот в интернет на вот эту страницу, и там ноль было, там ничего не было. Только страница. Смотрите, что-то разыгрывает. А вот здесь набирают людей для работы на, ну как сказать, туннель будут рыть в Алании. Вот, им нужны работники. Понятно, что я не спрашивала за себя, я не подскажу. Так, Vista Hotels, билет. Ну, сейчас спросим. Отиум. Так, Ромада. Ну, в принципе, те же, что и были. The Land of Legends. Гранада, Карьер. Лакшери. Это, по-моему, Сиде. Нет, билет. Ой, надо спросить. Смотрите, какие молодцы. Здесь столик есть, можно сесть, отдохнуть, покушать. Ну, конечно, здесь намного меньше выставка, но больше даже для студента, потому что университеты все регистрировались. Ну, так, в общем, очень мало отелей. Ну, я подала всем тем, кому можно было подать, да? Подать, боже, что сказала? Резюме дала, вот. Но просто большинство отелей Манавгат. То есть я подхожу, он говорит, Манавгат. Я говорю, все, спасибо, не надо. Ну, то есть, нет. Это мне придется выезжать из дому и жить в Манавгате. А мне это, ну, не очень нравится. Ой, красиво так. Смотрите, я не видела. А что это? А это еще какой-то этаж? Видите, я бы уже пошла домой, представляете? Я тут что-то не поняла. А как это я зашла сюда и не видела первого этажа? Не, вы такое видели? Это только я так могла. Я бы сейчас пошла домой. Вы посмотрите, здесь видите, рассказывают детям, ну, студентам, да? Интересно. Такой конференц-зал большой, конечно, ну, само здание. А, еще здесь есть. Мамочка, а сколько здесь залов-то? Ой-ой. Вот это я бы, конечно, пришла бы и пошла бы. Вот очень большой, но это новый конференц-зал. Да, он больше, чем Джам Пирамид. А, ну вот это тоже аэропорт, да? Господи, Хаваш. Электрик, ну понятно. Я просто смотрю, где меня не возьмут, поэтому я не подаю. Потому что только отель может сделать рабочую визу. И то, как оказалось, не все. Курумсал, это, ну, для более
Вот студенты, кто закончили, да? Так, Energy. Вот это мы платим. Тоже, видите, набирают. Очень, представляете, вот нужны людям работники. Раз в год себе на выставке. Все подали документы, не ходят. Lotus Academy, еще какая-то академия. Там American Tip Merkezi. Ну, в этом зале, я так понимаю, да, куллары. То есть только местные могут найти работу. Ну, или у кого гражданство есть. Кто не хочет уже в отеле, знаете, многие люди не хотят просто в отелях уже работать, им это все надоело. Ну, как ни крути, на любой работе все-таки там чуть-чуть стресс есть. Чуть-чуть, Юля так сказала. Ралхол Чайлз. Ну, сейчас точно Манавгат, я думаю. Вот если такой маленький. Медикаль парк, что в больницу набирают докторов, вот так по записи. А, ну, наверное, медсестер или каких-то помощников, дуру групп, не знаю. Мамочка, оно что, не заканчивается? Ой-ой. Ой-ой, мемориал. Нет, на мемориал я не пойду, наверное. Кимерос Парк Хотел. Ну, тоже, наверное, Манавгат. Если вот большие отели, точно Манавгат. Потому что там территория большая. Ну, смотрите, английская школа. Кинс Парк, но он далеко. Нет, Гюйнюк. А, я же возле него проходила. Точно. Ла Жардин. Ортунч, это что за Ортунч? А я сейчас спрошу. Вот этот отель в Алани, а вот дальше там вообще в Айва. Айва забыла, как. Короче, очень далеко. Это туда ехать надо. Тоже обучающие курсы. Хас Окулар. Мемориал, это я что-то не могу понять, что это. Вот мне просто интересно, сейчас спрошу. Это как бы агентство по набору людей в больнице. То есть на медсестер, да, да, я говорю, а доктора, говорит, и докторов набираем, но только если вы иностранка, у вас должно быть, как сказать, говорит, я не знаю, как это делать, но я думаю, это в Анкару. Они едут, сдают экзамен, и подтверждение диплома, вот, подтверждение диплома должно быть, тогда тоже возьмут на работу. Представляете, вот так приходишь и говоришь, я доктор, все, тебя взяли на работу. Слушайте, я в шоке, я вообще-то завернулась сюда, чтобы в туалет сходить. Я подумала, это уже конец, это еще не конец. В котором часу кто будет выступать, видите? А, и написано, где какие отели. О, Юлечка, ты же не подошла вначале? Тебе сказали вначале подойти? Видите, вот беру телефон и регистрирую, потому что карточек, которая на шее, не осталось. Вот, и регистрация проводится в телефоне. Так, я сядусь на кресло, попью водички. Себя, честно, потому что сейчас упаду так же. Нет, там не жарко, кстати, не душно. Вот там намного лучше, чем было в Jump Pyramid. Даже нормально можно ходить. А тут еще кто-то есть, я даже здесь не посмотрела. Зачем? Ну тут не отель, видите, тут просто государственные какие-то работы. Вот эта схема всего здания, и смотрите, сколько фирм помещается в этом здании, я в шоке. То есть я еще почти ничего не видела, значит. Все, иду я. Может, даже воздалек зайду, здесь одна остановка. Правда, Юлечка кепочки не взяла. Зачем, Юле, кепочка? В такое солнце, такая жара, потому что я дома даже замерзла. Ну, не замерзла, конечно, но... Думаю, да ладно, я же, у меня же крем теперь с SPF 20. Зачем мне кепочка? А на голову крем? Не? Не подумала? Ой, смотрите, а что-то там внизу. А, вот там можно было еще выйти на первом этаже, вот так посидеть. Прикольно. Лодки еще. Молодцы такие. Так сразу студентам работу дают, умнички. Ну, не только студентам. Видите, собачка тоже на конференции пришла, на работу устраиваться. Ну, это на Ювенлика тоже там набирали фирму. Всем еще раз привет. Раз я уже сюда заехала, зайду опять возле Лек. Посмотрю, может, что-то новое приехало. Приехало. Какие-то новые коллекции, я не знаю. Летние, может, уже перешли. Хорошее здание, большое такое. Молодцы, так все поставлено, никто не толпится. Ну, уже, может, набрали бы просто много людей. Завтра еду на две встречи. Вот, посмотрю в Белек. Уже белековская сторона. Но я все как не могла туда выбраться, в один отель. А тут... Один пригласил, и я уже думаю, ладно, тогда и в тот заеду заодно. А, подождите, еще один. У меня подружка сказала, чтобы я послала CV, я забыла. Вот, сейчас позвоню, попрошу, чтобы завтра
тогда и туда зайти уже. Ну, одним махом три отеля, если возможно такое. Потому что Белек это тоже не очень близко, час ехать туда. Плюс до Майдана мне автобус прямой нету, трамвай нету. А трамвай, кстати, у меня едет туда. Че я торможу? Реально, от меня трамвай едет туда. Ну, посмотрю. Если рано выйду, я пешком пройдусь. Так, это я что, дошла уже? А вообще маленькая остановка. Тут вообще до сдалека, сколько я с вами шла. Ну, даже 10 минут нет. Один отель, менеджер по набору персонала, увидел меня, говорит, а ты что здесь делаешь? Я говорю, ну, работу смотрю. Он говорит, ты же сказала, что ты нашла. Я говорю, нет, я не сказала так. Я просто, менеджер по guest relations спросила, да, или я буду работать. Я сказала, что нет. Все, я не говорила, что я нашла другой какой-то отель. Ну просто, ну это ж не обязательно схвататься за первую попавшуюся, правильно, работу. Ну мне там не очень понравилось. Ну я знаю, почему не очень, я не буду это говорить, но... То есть я чувствую, как не мое, знаете, не мое. Посмотрим. И я сейчас дохожусь, или я буду без работы, ну и ничего. Значит, так лучше. Как будет, так и будет. Вот, мы дошли до музея игрушек. Видите? У меня на канале есть видео. Я снимала, как только он открыл. Там, конечно, может что-то поменялось уже в середине. Но если вы уже здесь будете, то спокойно можете зайти в музей игрушек и в музей миниатюр. Очень смешные здесь деревья, если честно. Но кактусики очень красивые. И вот фонтанчик переливается вечером. Это машины пропускают, ну как проверяют перед тем, как они могут проехать в автопарк. Например, в Марк-Антале не проверяют, по-моему, не помню. Но здесь точно проверяют. Кактусы. У меня, кстати, на канале есть плейлист покупки в Анталии. И я там рассказываю в одном видео про все торговые центры Анталии. Чтобы вы ориентировались, где находится, что вот такое. Я накрасила губы помадой, той, что я всегда красила, но она... Такой же номер, да, Rimmel, но вот почему-то на губах она другая, она темнее. Я ей говорю, вы посмотрите, она не такая, как моя. Говорит, у тебя уже мало осталось, поэтому твоя светлая. А это, ну, вообще не такая. Или, может, у меня, то потому что жарко, и у меня от температуры тела помада делается темнее. Не знаю, возможно, тоже такое может быть. Захожу я в торговый центр на пропуск. Как в аэропорту.